Здорово, бандиты, всем привет! Сегодня мы продолжаем с тобой проходить игру Cyberpunk 2077. Значит, остановились мы на том, что приехали с Джеки в очень крутое заведение Арасаки. Арасаки, конечно, звучит как будто это какое-то название крабовых палочек, но нет, это важная шишка в городе Найт-Сити. Ну и значит, этот Арасаки вот здесь находится, и мы якобы под... тем, то, что мы бизнесмены, тихонечко проберемся. Вот ты видишь вот этот кейс. Да, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в компанию. Я помню. Короче, в этом ящике находится болт, которого мы достали в прошлой серии. И это просто капец. О, какая крутая штука. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Короче, по рассказам всех и всюду, этот болт умеет взламывать все, что угодно. Простите, небольшая проблема. Так. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Так, мы торгуем оружием. Все. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Да. Прошу простить за недоразумение. Так. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Окей, сканируемся. Вот так проходит сканирование. Клёво. Так, ну все. Спасибо. Хорошо. Да. Круто. Так. Йокоса, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Так. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Угу. Это херово. Это не по плану. Так. Быстро, Ви, отвлеки ее. Так. Вас кто-то об этом просил? Нет. Я просто подумала... Вас просили думать? Простите? Кто вас просил? Лично я молчал. Вот вам совет. Делайте только то, о чем вас просят. Так какой, говорите, у нас номер? Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Так, ну-го. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Все, спасибо. Идем быстрее. Давай, погнали. Так. Так, круто. Самоутверждаешься, что ли? Поверь, в таких местах, как это, или ты играешь жестко, или ты никто. Угу. Что скажешь, Хьюго? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Ну, что я могу сказать? Главное, чтобы все прошло по плану. Как-никак мы собираемся красть у самого этого Арасаки, блин, чип. Ты представляешь? Это дом куклы. Они ничего не забыли. Неплохой у них тут бар. Угу. Ну да. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда вместе, когда мы завершим сделку. Да. Так, идем в комнату. Приведешь. Пошли, найдем наш номер. Да, погнали, нам нужно найти номер. И главное, не опростоволоситься. Окей. Так, вижу лифтец. Погнали. Заходим. Круто. Так, что же? Так. Ну что, нормальная маскировка? Вообще шикарная. Не ожидал, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Да ты еще тот подлец. Ну? Опять в костюме? Да ладно. Можно выкинуть менеджера из корпорации, но корпорацию из менеджера не вышибешь. Да. А, значит,
Мы позапрошлое, может быть, 4 серии назад, где-то так. 3-4 серии назад мы, короче, шарились в Brain Dance и, так сказать, нашли чип. О, это мой номер, все круто. Чур, моя кровать. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, мякварду. Вот он, болт. Ищите вход в вентиляцию. Блин, шикарный болт. Просто. Простота требует большого мастерства. Круто. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет, на сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Так. Болта можно запускать? Еще минутку. Окей. Так, что это? Голопроектор. Так, это что? Вот. О. Она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Все. Наш болтец готов. Блин, смотри, какой он милый. Офигеть, это болт. Так. Офигеть. Чур, я за тобой. Чур, я за тобой, болт. Да не, мы в вентиляцию не пролезем, мы слишком большие. Так, окей. Мерда, застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Так, ну го. И возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. Окей. Так, так, давай. Поехали. Мне интересно поуправлять болтом. Так. Но если закружится голова, не пугайся. Окей. Тут уже кто-то танцует. Капец. Придется опять тут. Все, картинка этот... Цензурить. Так. Вижу. Так, тихо. Блин, болт очень крутой. Болт реально самый милый роботик, которого мы встречали с три. Вообще. Самый милый робот в киберпанке. И он, кстати, включает режим невидимки. И смотри, он просто вот так проходит. Офигеть. Все, смотри, залезает. Угу. Переключаю тебя на новую камеру. Гон. Клёво. Тибак нам вообще помогает. Так. О. Бак, есть там проблема. Для милой а что еще? А внутри еще? Простите, у меня тут уборщица стоит. Блин. Ну, давай посмотрим, что там в сети. Блин. Сейчас гляну. Так. О, террариум? У террариума панель управления. Нет, справедливости. Вряд ли пригодится. Есть панель умного дома. Нужна? Нет, не подходит. Думаешь, так, вот это. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. О! Так. Болт идет. Круто. Чё, ты остановился, давай. Идем, идем, идем. Если что, я не управляю болтом, это как бы я слежу за ним. Как бы мы тупо посылаем команду, а он уже все там сам делает, представляешь как? Вот он. Так. Бак, сработало. Есть. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько тепла и стоит? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Давай. Пока эти тетки отвлеклись, быстренько топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Все, круто. Довольно-таки легко. Так, следующая камера. Что это вообще за место? Так, вот он наш болт. Тупо залезаем в шахту. Круто, вообще. Да, этот болт нам, конечно, достался с такими тяжелыми испытаниями, но как-никак. Окей. О. Резидент сидит прямо за тихо. Дверью. Пускай болт откроет замок. Так, давай. Открывай замок. Открывай замок срочно. Что-то у него не выходит. Да, что-то у него. Должен быть другой вход. Погоди. Есть еще камера. Вентиляция. Мне ее включить. Так. Да, поищи, где точка доступа к системе. И где? А, во, вижу. Давай. Точка доступа к камерам. Круто. Вообще все как на ладони. Этот чувак вообще просто. Так, болт в системе. О.
Так, есть. Теперь переключись на другую камеру. Так, тихо, вижу это же... резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один ранг. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Клево. Что делаем дальше? Нейтрализуем его. Подключаем к нему болта. Гом. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. А этот резидент нас не поймает. Угу. Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже, сука, сказать не успеет. Это точно. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Ну, го, сейчас запустим. Так, только куда? Так, подожди. Вот это, похоже, да? Шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую. Все. Шикарно. Ну все, сейчас болт, короче, справится со всеми делишками. Так, все, спустился. Так, переключаемся на другую камеру и смотрим за нашим прекрасным болтом. Так, давай. Все, болт идет к креслу. Вообще клево, болт сейчас все сделает, и управление, и так далее. Все возьмет на себя. Капец, он крутой. Попался. Демоны, это круто. А, вот. Тут. Будет смотреть. Офигеть. Кажу в основную сеть компеки. Можешь выйти из системы. Так, ну гон. Как тут выйти? Все. Ух. Так. Ну ты как? Ничего. Оу, голова кружится. Да. Бак, сколько у тебя это займет? Ебак же заранее сказал, что голова будет кружиться. Бак, окей. Ты здесь? Запонки. А, да, я здесь. Берем. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя. Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Так, ладно. У нас передышка. Отдохни пока. Ну го, отдохнем. Сядем, поболтаем. Так. Воу. А, несколько часов спустя. Как думаешь, почему он отказался? А, окей. А кто от чего отказался? Да. Еринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Угу. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. Mm, да, да, это такой, жестко. Типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью. Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Так. Ты же сделал то же самое. Прибился к Валентину, пострелял немного, а потом ушел. Это совсем другое дело. Хей, вот это тебе не дворец в Японии. У меня не было выбора. Я за это заплатил, если ты помнишь. Три пули в грудь, одна как будто до сих пор в легком. Не сравнивай. Блин, жал, бедный Джеки. Турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. Кто? И мы снова в игре. Блин! Сигналка пришла. Че, Арасака пришел, блин, так. Ну все. Шоу начинается, настоящее шоу начинается, реально. Эй, Бак! Так. Вот это. Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Окей. Капец, там еще Джеки с, на, с Ви обсуждали, наверное, тибаг. Ну нафиг. Так, можно вызвать лифт. Так, давай. Быстрей. Ну, заходи. Или я один поеду. Давай, погнали. Наверх, вперед. Погнали. Все. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Ну го. Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. Ну, прикольненько. Так.
Неплохо быть наследником самого императора. Ух ты. Аж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Не могу поверить. Ребята, внимание, сейф. О, только сейф. Быстро. Давай, погнали. А что за спешка? Юрий Нова куда-то исчез. Так. Творился в воздухе. Тихо, что это за штука? Сейчас я его найду. А вы давайте работать. Тихо, что это? Ищите переключатель. О, переключатель, тихо. Я, походу, уже понимаю, где переключатель этот. Вот он, нафигеть. Так. Давай. Клёво. Шикардозно. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Так. Ух, какой ответственный момент. Да, сейчас. Страшно. Так, взлом. Окей. Блин, главное, чтобы Юрий Нобу не пришел. Ой! Нам кто-то летит. Бак. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. У-у-у. Человек 200, не меньше. Нифига. Не нравится мне это. Так, 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 быстрее, Ви. Так. Ты долго еще идти? Да сейчас. Сейчас уже. Тихо, нахуй блин. Его. Открывай сейф. Давай, давай, открывай. Давай. Да, круто. Все, открывай. Ух. Офигеть. Вот это сокровище, этот чип. Не могу поверить, мы крадем чипы у самого Юрия Нобу. Так. 100%. Офигеть. Все, уходим. Так. Тихо. Так, 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 так. Все. Стоп, нельзя. В смысле? Юрий Нобу сейчас войдет. Прячьтесь. Как? Где? Большая колонна туда. Какая? Ты, блядь, шутишь? Какая колонна? Полезайте в нее. Тихо. Вот в эту колонну? Да ты че? Тихо, давай, забирайся, забирайся. Капец. Так, так, так. Мы успели. Мы успели, да. Ух. Проблему это не решило, Ди. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Оу. Он тут. Impossible. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт Сити. И репутация у него так себе. Что делаешь? Ух, блин, охранник так охранник. Юрий Нобу Арасака. Они уже здесь. Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Капец. Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Да ты чё? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Тихо, блин, Джеки. Звукоизоляция. Страшно. Офигеть. Это, я так понимаю, папаша Юрия Нобу Арасаки. И чё? Я же просил не вмешиваться в мои дела. Ой, тихо. Тихо, блин. Капец. Оставьте нас. Арасака-сама, я еще не проверил его. Это мой сын. Мне забрать-то зачем мы пришли? Я сам заберу. Можете идти. Странно, почему-то озвучки нет. Ну, этих чуваков только китайская озвучка. Ну, ничего, хоть я почитаю. Хоть я почитаю диалоги. Чуть-чуть. Если бы он нас увидел. Он не увидел. Помолчи, окей. Блин. Капец. Папаша вроде с сыном-то не лады, как мы знаем. По телефону. И? Ты думал, я не узнаю, что у меня украли? То есть обо мне ты вообще не думал? Это меня в тебе и беспокоит. Тебе кажется, что весь мир вертится вокруг тебя. Юрий Нобу, зачем ты пришел унизить меня? Лично убедиться, что твой сын знает свое место? Выступающий гвоздь забивает в стену. Сам ничего умного не можешь сказать. Ух. А ты считаешь себя умным? Продаешь наши величайшие достижения европейцам? Наше будущее этим варварам? Наше будущее? Наше? Не обманывай себя. Ты важен только ты сам. Это твоя компания. Угу.
Ух. Так, блин, капец. Я знал, что этот час настанет, что однажды ты перейдешь черту. Так. Такой дедушка тут. Я много могу тебе простить, но измену никогда. Ух. Мне кажется, этот сын сейчас ему врежет. Ну что, он как-то разъяренный. Так хорошо, что твоя мать не дожила. Дважды разбивать ее сердце было бы жестоко. Капец, сын злится. Буду посмотри на его харю. Так. О! Тихо. Тебе больше не придется никого ни за что прощать. О, блин! Капец! Что творится? Джеки. Ты это видел? Сабуру Арасаку убили. Капец. Он убил. Он убил своего папашу. Офигеть. Ну все, на пизда. Ух, капец. Офигеть. Что он делать-то собирается? С трупом-то. Капец, я думал, но он ему врежет, либо они сейчас поругаются очень сильно, а тут он его задушил. Я... Так. Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! Камбэки Плаза объявлен. Просим не покидать своих. Капец. Указания персонала. Капец, капец, капец. Дарекага. Дарекага, не доко. Да ты чё? Смотри, что он говорит. Что? Так, Юринобу сын, я сомневаюсь. Ты, какие у тебя обязанности? Я не понимаю. Я задал тебе вопрос, отвечай. Ух, ребятки. Он говорит, что его отравили, хотя он сам его задушил. Так, надеюсь, вперед ты будешь и лучше выполнять свои обязанности. Так. Так, прошу прощения, Арасака-сама, я вас не разочарую. Офигеть, наврал всем, что как будто его отравили, этого старика. В основном нифига подобного. Так. Что у вас вообще творится? Так. Вот, блять, собственного папаша. Угу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. О, блин! Это пиздец. Капец, все пошло не по плану. Будешь стоять, размышлять. Сейчас надо давать по съебам. Да быстрей. Так. Так. Где Юринобу? Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Давай. Да, есть кое-что. Бери. Давайте в окно. Так, в окно? Сюда? Открываю. Давай. Там есть лестница. Открывай, открывай. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Вот это чё, эти баг нашли? Нет! Куда? Ты куда бежать? Нет, блядь! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? О, она открыла. Быстрее бежим, куда? Доволен, так. Джеки? Так, капец. Нашли эти баг. Тихо, главное аккуратно пройти. Тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Да, просто. Бля, как высоко-то. Капец. Бля, везде дохера охрана. Охраны, блин. Если они за Сабура, то уже поздновато. Блин. Надеюсь, нас они не видели. Ой, тихо. Ой, капец, страшно, блин. Я боюсь. Слишком высоко. Слишком высоко. Тихо. Так, давай быстрее, ползи, ползи. А, не-не-не-не-не. Так. Так, ой, давай прыгаем. Ну нафиг, оно стрелять начало, прыгаем. У-у-у, полетели, Джеки. А, куда мы падаем? Капец. Охренеть. Вот это жестко. Капец, не думал, что тебя найдут. Ой, кейс поврежден. Да,
Еще бы немного. Блин. Его пробили. О, Модрес. Господи. О, это херово. Так. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Капец. Разгерметизация. Блин, а чип только в холоде нужно хранить, представляешь? Он разрушается. Караху. Блин. Чё делать-то? Звони, Паркер. Быстро. Давай, звоним. Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай. Давай звонить. Вызываем, Паркер. Давай. Камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Да полная пиздец. Есть проблема. Криокейс повреждён. Целостность чипа... Джеки... 86! 86% и падает! Чёрт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъём. Так. Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Капец. Но, раз нет другого выхода... Ты чё, ты что, чип ставишь в себя? Да ты что? Дель номбре дель падре, дель ихо, и дель эспириту санто. Вот он, чип. Офигеть. Капец. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Ок. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Капец. Так. Деламейн. Дел, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Давай. Надо как-то... Капец. Оттуда спуститься на парковку. И оттуда спуститься и на... Лучше побыстрее. Давай. Так, только тихо. О, Россия. Так. Опасно. Так, ой, блин, у меня даже пушки нет. Так. Блин, нафига я это использовал? Так, подожди, как присесть-то? Все, тихо. Там охрана. Так. Тихонько. Тихо. Да что там такое? Ничего хорошего. Давай. Убиваем, все, есть. Скрытность. Так. О! Тихо. Так, R. Главное R использовать. Так, тихо. Осторожно. Вообще класс. Так. Понял. Тише. Так, тихонько. Там до хрена охранников. Так. Тайпан. Фиг его знает, что это. Так. Главное встать. Внимание! С картов вставай! Главный герой. Тихо. Тихо, тихо. Просим не покидать своих номеров. Куда идти? Сюда? Персонала. Тихо, тихонько. Идем. Тихонечко. Фух, короче, когда камера отвернется, мы быстро сработаемся. Давай, убиваем. Давай, и быстро бежим. Так, все, тихо. Ух, спрятались. Вообще, стелс. Полный стелс, тихонечко, блин. Ка. Давай, убиваем. Все, есть. Да, блин, ой. Давай. Все, тихо. Все, блин, не в тему, как он вышел-то. Какой-то чувак. Так, где? Все, вот так, нахер. Так, что у нас тут? Вот же уроды. Угу, это точно. Блин! О, тихо, перезаряжай. Так, все, есть. Так, давай, все, на месте прям. Расстреляли, тихо. Все, так. Давай. Тихо, где? Так. Блин, капец. Бегают. Внимание! Вижу врага!
Давай, сейчас. Тихо, тихонько. Меня давай. Так просто не убьешь! Так, тихо. Давай, есть. Ух. Так, что у нас тут? Давай, берем. Все, пушку взяли. Есть, есть, есть. Берем, 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 берем. Так, 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 так. Ой. Тихо. Давай. На живца будем сейчас брать. Так. Так. Давай. Давай. Да блин. Капец. Тихо. Так. Давай. Используем. Дробаш. Целься в голову! Давай. Так, тихо, тихо, тихо. Бум. Все, минус голова. Так, тихо. Лечимся. Все, есть. Вообще, ух. Страшмаксдог. Давай, бери. Так, подожди, мне вот эта пушка понравилась. Так, все. Максдог. Есть граната. Берем гранатку. Так, давай. Тихонько. Их там всего лишь двое чувачков. Так что мы сможем справиться. Так, 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 так. Ой, да блин, все, 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 все нормально. Молодчина. Так, главный Максдог. Гигиенические принадлежности, так. Есть Максдог, все. Так, где? Вот тут последний чувак. Так, тихо. Ему пиздец! Давай, вот так, фух, все, убили. Так, 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 так. Главное камеры. Бум! Все. Камеру можно отстреливать. Клево. Все, 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 норм. Так. Тихонько, тихонько. Блин, они лифт заблокировали. Тихо. Лифт в фойе. Главное добраться. Главное добраться нам до. Все, теперь чисто. Ой. Тихо. Откуда? Есть. Фух. Вообще классно выносим. Так. Камеру отстрелили и все. Так. Можно, думаю, использовать. Воу. Тихо. Воу. О, нифига! Чё это? Тихо! Это кто? Давай его фигари! Давай! Капец! Так. Давай все берем. У него универсальный пропуск. Чего ты ждешь-то? Окей. Обыщи его. Я его обыскал уже. Так, боеприпасы. Давай-ка возьмем боеприпасы. Максдог, окей. Так, ну и что? Давай пока на этом закончим данную серию. Все было прекрасно, просто вообще на высоте. Спустимся мы в лифт уже в следующей серии. Пока что у нас есть тут передышка, и давай на этом пока закончим. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.